Привет, это Деконте, видеоинструкция по сборке тумбы с ящиками. В комплект входит одна коробка и пакет с фурнитурой. Открываем коробку и раскладываем элементы так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Для сборки нам потребуется фигурная отвертка и ключ под евровинт. Мастер на видео использует шуруповерт. Первым делом фиксируем к стенкам тумбы направляющие для ящиков, предварительно разложив их в соответствии с разметкой. Крепление производится с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Затем в крышку тумбы необходимо вкрутить штоки эксцентриков. А в пазы на стенках установить сами эксцентрики. После этого одеваем стенки с установленными эксцентриками на штоки в крышке и проворачиваем каждый до упора. Затем устанавливаем между стенками дно ящика и фиксируем его с помощью евровинтов. Также с помощью евровинтов фиксируем цокольную планку. Перейдем к установке мебельных опор. Они устанавливаются с помощью гвоздей из комплекта фурнитуры. Старайтесь забивать гвозди ниже плоскости опоры. Перейдем к установке задней стенки. Выставляем ее за подлицо с верхней крышкой и боковыми стенками и фиксируем с помощью гвоздей из комплекта фурнитуры. Перейдем к сборке ящиков. Крепим боковые стенки к задней и передней с помощью евровинтов. Устанавливаем дно и фиксируем его с помощью гвоздей из комплекта фурнитуры. Затем вкручиваем штоки эксцентриков в фасадные панели ящиков и устанавливаем ручки. Теперь устанавливаем фасадные панели со штоками в эксцентрики и проворачиваем их до упора. Направляющие для ящиков фиксируются впритык к фасадной панели на саморезы из комплекта фурнитуры. Второй ящик собирается аналогично. Остается установить декоративные наклейки на евровинты, и ваша тумба готова к эксплуатации. Вы можете смело пользоваться изделием.